Это такой психодел на самом деле. На районе, где у нас тут все уже нажрались. И вот эта каруселька и эти песни, это... Это капец. Королева красоты, блин. Капец. Ё-моё. Психоделика, капец. Мне дали вот такой классный пакетик. Я приобрела кроссовки. Вообще, это просто любовь всей жизни, клянусь. У меня до этого все черные, да черные, белых почти не было. И все, а эти так понравились сильно вообще. Просто пушечка. Как называется песня, где Ники Минаж, по-моему, что ли, поет? Welcome. Это что за интимные связи? Вечеринка «Ворошиловский стрелок» объявляется открытой. Ребята, хочу вам рассказать о том, что я недавно делала перманент губ. Фотографию я выложу немного попозже, то есть где-то завтра, потому что сегодня свет был плохой, и нормальной фотографии не получилось. Но, в общем, я могу сказать о том, что это просто невероятно. Я безумно в восторге. Софи сделала мне потрясающий перманент. У меня четкий контур, нету вот этого вот размазанного. И я капец как в восторге. Это очень здорово, тем более, если у вас еще и немного есть геля, то это вообще просто потрясающе. Супер эффект. А еще с Софи мы сделали ламинирование ресниц, сделали брови, и я абсолютно без косметики. Как вы знаете, я не люблю тоналки, они забивают поры, я крашусь только для видео, если крашусь. В общем, перманент – это лучшее, что может быть. Для вас концерт! Ребята, я хочу сказать вам, подпишите, пожалуйста, петицию. Не будьте равнодушными. Каждый из нас хочет, чтобы наши дети жили в благополучной, мирной стране. Смотреть на бездействие со стороны людей, которые работают в таких организациях, как МЧС, это очень больно. Мы с вами не можем знать, что на самом деле, как бы, но мы можем придать этому большую огласку. Мы можем рассказывать. Самое неприятное, это когда, вы знаете, смотришь на всякие различные статьи, такие как про наводнения и вообще про такие бедственные ситуации. Большинство комментариев в интернете пишут полную дичь, а-ля то, что все само разрулится или что-то в этом духе. Ребят, не будьте просто равнодушными, пожалуйста. Вот когда-нибудь вам понадобится помощь, и
дай бог, чтобы вам не сказали вот так вот, что как бы это нас не коснулось. Не будьте равнодушными, друзья, и придавайте этому огласку большую. Если никто ничего не будет делать, как бы, ну, то все будет в полной жопе. В наших силах просто рассказать об этом, хотя бы самую малость.